Но все-таки, Оль, у нас уже осень с тобой на улице. Всего час выходили с тобой на перерыв, бежали, говорим, холодно. Очень холодно, у нас вообще похолодало, да так резко. Сразу все задумались, слушайте, надо утепляться. Встречайте! Новинка, премьера. Сейчас на ваших экранах впервые появляется пальто Людмила. Пальто, представленное у нас в 4 цветах. Сразу 2 мы заявляем вам, а 2 это интрига, вы увидите на наших моделях. Итак, внимание, это серый цвет, причем, посмотрите, контрастный. Здесь у нас цвет очень интересный, синий. А это белый цвет появляется на ваших экранах с глубоким синим цветом отделка капюшона и стойки с внутренней стороны. Любуйтесь, выбирайте. Итак, белый цвет, снежно-белый, чисто белый. И да. Серый цвет. И 4990 рублей стоит это утепленное пальтишко. Что оно такое легкое. Легкое абсолютно, посмотрите, ты права. Сколько градусов выдерживает. Вот вы, наверное, смотрите на это пальто и думаете, оно такое тоненькое. Это, наверное, только на осень, Оль. Нет, мои дорогие, это пальто, полупальто Людмила. Оно, конечно, и на осень прекрасно подойдет, но до температуры минус 10 градусов вам в одном полупальто будет комфортно и удобно. Встречайте! Мои, следующие цвета, которые вы сейчас наблюдаете на своих экранах, наслаждайтесь. Это третий цвет, красный цвет. Оль, как ты думаешь, кому он подойдет? Ой, мне кажется, он подойдет смелым модницам, ярким красавицам или те, которые хотят выделиться из толпы. Вот именно выбираете полупальто Людмила красного цвета. Да и стирать можно в стиральной машинке, правда, Оль? Конечно. Сколько градусов? Еще раз напомню, ну что ж, стирайте до 30 градусов, высушивайте в развешенном виде, вы можете его просто повесить на плечики, оно высыхает моментально. Можно даже не гладить, потому что сразу принимает прекрасную форму. Итак, дорогие мои, это было пальто Людмила, которое уже, Оля, пользуется колоссальной популярностью, и я очень счастлива.